Всем привет из солнечной России. Мы в России прилетели. Сегодня наш первый выход на улицу. Погода шикарная, тепло, футболки, не жарко, нет вот этой парилки жары, духоты, да? Да. Хорошо, все дети в футболочках, в шортиках. Мы идем сейчас на почту, мне нужно отправить там лекарства. Привет. Ну что, как вам? Нормально. Домой поедем в Турцию, хотите? Нет! Еще не все, сегодня на шашлычки еще, кстати, пойдем. Ох, красота. Ой, я довольна, иду такая с улыбкой прям. Ох, какой воздух. Не как в Турции, в Турции там 48 градусов. Да, мы улетали, 48 градусов было вообще. Красота. Там, знаете, позавтракали, Лена нам сейчас сырников наготовила. Мы, кстати, остановились, ну, живем, да, сейчас у брата старшего. Дети хотят в магазин. Желе. Да. Хорошо, мы обязательно зайдем в магазин. Я помню, как я свет был. Надо было очки взять, что-то я. Мам, я помню, какой свет был. Красный и зеленый. Ага. Да, супер вообще. Довольна, иду, говорю, с улыбкой прям. Красота. Смотрите, как красиво. Вот в Турции нет такого неба. Мне показывала. Да, это школа Влада, племянника моего Илья. Сына его нету, кстати. Сейчас он уехал. В лагерь, по-моему, я что-то забыла спросить, куда он уехал, но он приедет перед нашим отъездом немножко. Идем на почту. Нужно кое-что отправить. Девочки попросили меня. Как непривычно. Все зелененькое. Молодежь гуляет. Как все ярко, красиво. Мам, может, это Турция? Похоже на Турцию? Похоже? Да, похоже, если тут все там русские разговаривают, я уже понял, что это, ну, Россия. А мне, говорю, первое, Россия. Что непривычно, это этот. Пойдемте здесь, наверное. Фонтан. А не, пойдемте тут. Фонтан здесь был? Непривычно, да, было, что здесь машины все с российскими номерами. Да, как-то непривычно. И здесь очень много зелени. Очень много зелени, да. Ну, кстати, ровно 3 года назад вы здесь были. Я еще вспомню. Когда Настю родила. Я еще вспомню. Мороженое купи, такая была. Вы это все сможете съесть вообще? Березная такая, здесь мороженое. И вот так вот, где... Наверху. Вон Дикси. Дети в магазин хотят. Первым делом они хотят в магазин. Магазин. А деньги вы взяли? Стаканчики мороженое. Кирилл все помнит вообще. У меня ничего нет вообще. Нет, у меня все. Мы сразу Дикс. На почту идем, кстати. Потом на рынок еще сходим. Дикс? На рынок, где, помнишь, булочки были с этим, с кремом таким. Это торговый центр. Да, Керем все помнит вообще. Здесь машин у нас нету, поэтому мы здесь много будем ходить, гулять. Потом поедем в Москву еще. На метро будете ездить? Метро помните? Да. Что это метро? Что это метро? Электрички такие подземные. Да. Это электрички. Керем, наверное, не знает, вообще не помнит. Мам, смотри. Россия, флаг. Это не флаг России, это банк. А здесь это было? Банк был, да. А вон Печорочка. Я думаю, здесь Печорочка. Демид-то все побольше помнит. Керем, ну, тоже помнит, но так. Слушайте, шикарная погода, вообще просто обалденная. Такой кайф вообще. А Печёрочка выручает. Дамир говорит, все старенькое. Говорит, дома старенькие такие. Ну, здесь все заросло. Так, вы сейчас на площадку сходите поиграть, а я схожу на почту. Рядом с почтой. Сейчас ты вспомнишь, я думаю. Ты в садик ходил сюда, помнишь? Я помню. Керем. Да, я помню. А, все, я вспомнил. Вот там. Все, мам, я... вон там площадка. Да. Я вспомню, вот здесь там. А вот здесь ромашки были, я вас фотографировал здесь с ромашками. Ой, не от ромашки, а одуванчики. Да. Да, это всю жизнь было. Даже я маленькая была, помню. Это мой дом, кстати, в котором мое детство прошло. Да, Денис здесь живет. Папа здесь живет. Дедушка ваш. У Дениса маленький дом. Да, маленький, поэтому мы у старшего брата останавливаемся сюда. Мам, я еще помню, мы пюрешку мороженое кусали. Пюрешку мороженое? Это что ну такое? Ну да, такая была мороженое.
Так, давайте только нормально соберитесь там на площадке. Не забывайте, что вы тоже русские, что вы по-русски говорите. Так не говорят, что мы из Турции. Они из Турции. Все, давайте на площадку аккуратно только. Там вход есть, Кирилл. Понятно. Все, давайте. Я вот здесь на почте. Сходили на почту. В общем, час у меня заняло посещение почты, очередь. Ну, там девочка так быстренько все делает. Оформили, там просили меня отправить лекарства. Сейчас идем в Пятерочку, на рынок идем. Дети на площадке уже наигрались прям вдоволь. Сейчас сходим в магазин и все. И я думаю, что они скажут, что мы больше не хотим никуда ходить. Друзья, нас предстоит еще поездочка в Москву. Вот там вот вы скажете, что я устала, потому что будем гулять. А что мы там будем делать? Гулять, смотреть красоты. А завтра поедем, может быть, в Москву, посмотрим. Что там будет? Может быть, на теплоходике поплаваем. Москву? По речке. По речке плавал когда-нибудь на теплоходе? Я вам потом покажу Красную площадь. Я бы еще на Арбат съездила. В зоопарк поеду. Поедем, в цирк поедем. В общем, планов у нас море. Главное успеть это все осуществить за 2 недели. На 2 недели мы прилетели. Вот. Ну, в цирк билеты уже куплены. Это мы 100% поедем. А остальное будем по факту смотреть. Потому что хочется вроде как и здесь. Каждый день я точно не буду ездить в Москву. И детям сложно. И я тоже не молода уже. Вот, поэтому посмотрим по факту. Сегодня мы отдыхаем. Так вот мы сейчас погуляем, потом на шашлыки пойдем. Вечером. Дома будем. Даже не вечером, уже скоро пойдем. Вон. Четыре часа мы идем на шашлыки. Я помню, как там. Я помню, куда мы пойдем. Давайте там еще нам машинки такие подарили. Мне кому-то зеленый, да, кому-то да, красный. Туда. Давайте я вам церковь лучше нашу покажу красивую. Смотрите, какая у нас красивая церковь селятина. Мам, я помню это тоже. Помнишь, да? Да, мы туда шли или нет? Угу. В церковь? Я не помню, ходили мы, нет. На Пасху мы, может быть, ходили. Не помню. Красиво очень сделано. У нас не так давно ее построили. Много лет строили. Наконец-то построили. Вообще, как ты сейчас идешь, кажется, как будто наш поселок какой-то маленький стал. Все так рядышком, все так близко. И мне нравится, что здесь очень спокойно. Здесь есть нормальные тротуары, где можно идти. Спокойно машины нигде не ездят, только по дорогам, проезжей части. В Турции же, блин... Детей вот так вот не отпустишь на улицу. Здесь они спокойно могут на площадке поиграть одни, никто ничего не сделает. Везде прям... Ну, в общем, спокойно, комфорт и спокойно, да, так спокойно. Вот здесь вот? Всё. Ещё вам здесь, в Турции, вот здесь как такие плитки, ну, короче. А, это, да, плитки да, не сделаны. А вот здесь такой... Тротуар, да. Просто обычный питон. Да, кататься там на велосипеде, на самокате. Неудобно, да? Да. Вот здесь это всё. И посмотрите, сколько зелени. Я вам так рассказывала, как будто вы не знаете. Но все равно. Так, что, зайдем сейчас что-нибудь купим с вами, да. Пятерочку, да, зайдем. Дети все хотят вкусняшку. Ну что тебе все жарко-то, ё-моё. В Турции тебе не жарко было? Да, Кирилл. 45 градусов. Здесь тоже 48. Сейчас зимой приедем. Да, поехали. Костюмчик у тебя этот, что ли, теплый очень, да? Да, ну, в следующий раз другой тебя переоденет. Ну, на шашлыки все равно в этом пойдешь. Даже, наверное, в штанах, потому что там комары кусают, все ноги покусают. А, да. Ну и плюс это вечер будет, уже прохладно будет. Поэтому я тоже джинсы одену. Мама, кто будет? Денис? Денис, Илья, Лена, Настя, моя подруга, придет. Таня. Ну, у которой собачки, помните, маленькие были? Вот как раз у нее и спросишь, есть у нее маленькие собачки или нет. Может, мы к ней тоже съездим в гости. Мам, еще 4 кит-сити мы будем ехать. Вот это я не знаю, ребятки. Посмотрим. Мама, зачем ты тут 4 кит-сити купила? Кого? Кит-сити. Я не покупала еще туда билеты никакие. По факту решим, да. Вон сырки твои, будешь сырки? Нет, да, бери. Слушай, здесь мало, давай мы отсюда не понесем. Мы в Дикси сходим, там еще посмотрим. Да. Вы здесь возьмите, что вам здесь надо. Нет,
Если тут есть что-нибудь, может, просто посмотрите пока. Мы возле дома пойдем еще. Попить что-то хотели? Вот попить. Здесь, наверное, нету вашего А4. А здесь? Это что это? Это кола. Мам, купи. Чипсы? Мам, ну, давайте сейчас на дорожку что-нибудь возьмите себе. Вот ваше. 74, 52 рубля. Выберите себе какие-нибудь. Так, и мы пришли уже, у нас тут есть торговый центр такой даже в нашем поселке. Додо пицца. Додо пицца а есть. А когда мы сюда приезжали? Были, конечно, мы здесь. Когда мы везде сюда приезжали, были. Здесь Додо пицца а нет. Вот там моя школа, кстати. Сейчас это уже не школа. Вот здесь кусочек видно. Вон, видите, за вот это где написано все для дома и сада, огорода. За ним. Там моя школа была, откуда я ходила в школу. 11 лет. Мама, а ты эту школу пойдешь? Я вот это... Мне зачем идти в школу? Я уже отходила свою, да тебе в школу. Просто с учительницей. А там нет уже моих учителей. Они теперь все мои учителя у Влада в школе работают. Там новую школу открыли, а тут закрыли. Здравствуйте. Ой, там какой-то еще открыли что-то. Я уже детям купила булочки любимые. Пух. Тополиный пух, да? Сходили в торговый центр, хотела купить там корейской всякой вкусняшки, а там почему-то отдел закрыт был, очень жалко. Вот, мы уже практически до дома дошли, в общем, круг такой большой по поселку сделали, и сейчас идем в Дикси, да. А вот в этом доме, кстати, помните, это моя подруга Маша жила, у нее сын два есть, Давид, мы, они к нам приезжали в Анталию недавно, в гости у нас были, помните, Давидка и Лео, маленькие. Ну, Давид вашего возраста. Дэвид. Не помните? Такие поникли. Мама, он отель ехал такой. Нет, в отель не ездили они. Они к нам домой приезжали, к бабушке мы ходили, у бабушки сидели. Я их привозила, увозила. Ну, я вам покажу фотографии. Это моя подруга школьная, она здесь жила. Сейчас тоже в Турции живет, два сына у нее. Маша, если смотришь видео мои, привет тебе, мы возле твоего дома. А вот тут Илья живет в этом доме. Да, вот я утром показываю обычно виды из окна красивые, у него видно поселок. Большой, да, непривычно. Вот в Турции таких нет домов. Там еще, ну, в Анталии, по крайней мере. Есть. Там вот так садись, там может айпад. Такой, на балконе, что ли? Да, айпад. У меня дети любят на балконе айпад, сидеть. Как, ну, что? Кайфовать. Кайфовать? Да. На балконе, да, у него уютно дом очень. Ну что, подметали здесь? Просто сыски. Шишки. Сыски. Это Дед Мороз. Это не Дед Мороз, это селятинец. Опоздали мы на светофор. Единственный светофор в нашем поселке. Все, мы вернулись назад. Что хочу сказать. В Дикси мы больше не ходим. Это Дикси было. Вот этот вот Влад А4, вот это все, что они смотрят по Ютубу, наделали всяких конфет, шоколада, каких-то напитков, всякой фигни. Короче, все у меня выпросили. Все я набрала, вон они брелочки какие-то, что только нет. Ну, хорошо, первый день в России можно, потом уже по одному в день чему-то будете выбирать. Окей? Нет, я не хочу, спасибо. Все, спасибо всем, друзья, всем пока.